Всем привет! С вами канал Сельхоз Переделкин и я его ведущий Константин. Сегодня у нас 31 августа, мой день рождения. Ровно 24 года назад на свет этот грешный, так сказать, появился я. Ну, прошло некоторое время и, как вы все знаете, я обосновал свой канал и понемножку развиваюсь. Это видео больше будет из цикла благодарочки моим подписчикам за поздравления, за внимание к моей персоне. Достаточно яркое внимание. Я даже, честно, не ожидал, что сколько подписчиков будет меня поздравлять с днем рождения. И, скажем, я и не ожидал, что мой канал за такое короткое время наберет такую аудиторию, такие просмотры и таких ярких людей, как вы, мои подписчики. Значит, как говорится, какой день рождения без торта, да? Я немножко как бы хотел предвидеть эту всю ситуацию. Сейчас у меня на канале почти 1000 подписчиков. Там, ну, человек, по-моему, 10 не хватает или 12. И поэтому, когда я заказывал себе торт на день рождения, я решил сделать как бы два в одном. То есть торт как для моего дня рождения, на котором там кое-что написано, циферки, да. И поздравления с тем, что мой канал набрал 1000 подписчиков. Ну, так как чуть-чуть там не добирает, но думаю, после этого видео вы там, кто еще сомневается, подписываться или нет, вы сделаете правильный выбор. Значит, сейчас мы вам его продемонстрируем. Вот такой, ну, скажем так, не сильно такой и эксклюзивный торт. Ну, вот, 24, это сколько мне лет, и YouTube 1000 подписчиков. Ну, вроде бы и простенько, но, по-моему, красивенько. Если что, напишите в комментариях, кому понравилось, кому нет. Значит, также в эту честь, что на канале скоро будет 1000 подписчиков, я надеюсь, еще больше будет, я кое-что для канала заказал. Пока что заказал, я не могу вам сказать, но если все хорошо, то до конца недели, где-то до пятницы, ну или крайняк со следующей недели, с понедельника, я сниму видео, что же я заказал, что же приобрел для канала. Это, ну, достаточно прикольные там эти все дела, что я заказал. Сейчас не скажу, потому что сейчас проговорюсь. Все, на этом закончим это видео. Мы сейчас пойдем праздновать, потому что все, грубо говоря, меня уже ждут. Спасибо еще раз моим подписчикам, кто меня поздравлял с днем рождения, моим знакомым. Большое спасибо, очень приятно, серьезно. Без лести, без всего-всего, очень мне приятно. Я не ожидал, спасибо большое. Сейчас быстренько солью этот видосик вам к просмотру, а сам уже пойду начинать праздновать. Посмотрим, сколько я буду праздновать и как. Может быть, сегодня даже, ну, зайду, не знаю, зайду онлайн, там уже будет видно, как хорошо будет. Все, пока, друзья, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал. И я думаю, вы сами знаете, что дальше еще много всего интересного. Пока, друзья, все будет окей.